Квалифицированная помощь и консультация в шаговой доступности. Специалисты Самарского областного клинического кардиодиспансера провели выездной прием маленьких пациентов в Тольятти. Мобильная бригада работает по области уже не первый год, и зачастую именно такие выезды помогают выявить серьезные заболевания и назначить своевременное лечение. Уже больше 12 лет Герман наблюдается у кардиолога. У мальчика порок сердца. Позади две операции. Когда узнали о приезде специалистов из Самары, не раздумывая, записались на прием. Это, конечно, очень помогает, потому что некоторые дети и не знают о своем заболевании. Некоторые, может, даже не транспортабельные, не имеют такой возможности в Самару приезжать, потому что это очень далеко. И тем более с такими детьми очень проблемно, им больно и тяжело, и очень тяжело переносит все эти дорогу. В Тольятти мобильная бригада медиков из областного кардиодиспансера приезжает раз в 3 месяца. И каждый раз в кабинет очередь из пациентов и их родителей. Такие выездные консультации позволяют пройти осмотр в родном городе, а не ехать за сотни километров. По всей России насчитывается 437 детских кардиологов. В Самарской области их всего 15. Целью является помощь кардиологам нашим областным, потому что количество кардиологов недостаточно для обслуживания населения Самарской области. Специалисты кардиологического центра регулярно выезжают в медучреждения по всей области. В день принимают до 20 пациентов. У нас в области прекрасно налажена диагностика, в том числе пренатальная диагностика таких пороков. И если мы имеем дело с первичным пациентом с врожденным пороком сердца, то он получает обследование и консультацию без очереди. И если требуется оперативное лечение, то, конечно, все пациенты получают ее своевременно. Следующий приезд детских кардиологов в город запланирован на лето и осень. Дату точного приезда можно уточнить в регистратуре Тольяттинской городской клинической поликлиники номер 3. Дмитрий Лобанов, Иван Бригадиренко, новости губернии Тольятти.